Ну вот, собственно говоря, мы находимся сейчас у полиции на улице Пина. Получили наконец-то, ну я имею в виду, наша мама получила вид на жительство очередной. Как мы переживали, страховки все мы. Вопрос со страховками мы решили. Получается, заключили договор со страховой компанией на 1 год. И таким образом вот пришло буквально на прошлой неделе письмо из полиции о том, что был предоставлен теперь нам вид на жительство. К сожалению, не постоянный, хотя по условиям мы вполне себе подходили, потому что там в течение пяти лет нужно 3 года безвылазно жить в Эстонии, типа, и тогда ты можешь получить постоянный вид на жительство по гражданину Эстонии без экзаменов, то есть как бы вот так. Вот, но выдали все равно срочный, но тем не менее выдали на 10 лет целых. Да, так что мы все равно рады. Постоянно не так важен нам в данный момент, но тем не менее, конечно же, было бы здорово, если бы все-таки постоянный все-таки был. Вот. Снежок, как вы видите, уже упал. Ой, упал, растаял. Все отлично, поэтому будем гулять. Проверка ветра заодно, посмотрим как. Мы, кстати, звук тоже немножко поменяли. Сколько лет? Сколько лет мы здесь проезжали, парковались у полиции. Сейчас вот хорошо, что пешочком можно дойти. И да, мы сегодня пришли в парк Тандирава. Сегодня световое представление такое. Фонари, естественно, не горят. В кромешной темноте. Тут много всяких объектов, инсталляций. Вот такие вот свечки интересные. Народ все вот подваливает. Не знаю, видно вам сейчас или нет, но очень много народу здесь. Ну, вообще, непривычно много, скажем так. Ну, будем смотреть, что тут есть интересного.
пытался туда пройти. Тут такая наледь прям вообще, чуть не шмякнулся вместе с камерой. Ну его нафиг вообще. Попробую, наверное, обойти с другой стороны. Типа того, да? Ну да. Да. Я вижу Йонасик. Ну, честно говоря, в прошлом году вроде бы было поинтереснее это все. Дождемся, наверное, наших вот малышей, да? Можно возвращаться домой. Ходи на наши для обуви школьные у нас дома. Они что? Они сначала не поняли, о чем я говорю. Серебристые. Да, да, я говорю, что они поняли. Они пошли вот красоту вот этот лес смотреть. Я говорю, да, так так красиво. Вот так мы провели время. Сейчас шел и встретили одноклассницу нашего ребенка с родителями. Папа поздоровался, а я как этот аутист прошел мимо и не заметил. Так стыдно, что обычно я наоборот замечаю. Ну, просто это не очень привычно, что здесь мало кто меня знает, поэтому очень редко здороваются.
Так, ну все. Детям определенно нравится. Да, это последняя вот эта башенка световая. Здесь, конечно, народу уже куда поменьше, чем вот там дальше. Там тоже все свободненько. Дети вообще, честно говоря, уходить не хотят, хоть сейчас довольно холодно. Но надо идти греться, подкрепиться, да, отдыхать. Каникулы уже начались. Вот, так что мы пошли. Всем пока.